Итак, сегодня рассмотрим монитор с сайта BuyingCoins. Ну, собственно, и камера заднего вида тоже. Мониторчик открывается вот так. 4,3 дюйма монитор для камеры заднего вида. Включаем. Смотрим полосы. Соответственно, будем тренироваться на дереве сегодня. Вот, синяя полоса означает, это примерно где-то сантиметров 50. Красная — это сантиметров 30, ну и дальше 0. Вот, давайте посмотрим, сейчас проедем. Да, красные полосы, вот раз синяя, вот красная. Идем, смотрим, хоп, ну грубо сантиметров 30. Теперь сделаем то, что невозможно сделать с парктроником. Припарковаться очень-очень близко. Вот примерно вот так. Смотрим. Вот это да. Отличный монитор. За небольшие деньги. На ночь можно сложить, чтобы никто не увидел.